Ручки папы. Привет, ребят! Вы на канале Робокит. Меня зовут Ваня, и я рисую сегодня Соника из своей левой руки. Рисуй со мной, у меня будет большой Соник, потому что у меня рука большая, а у тебя, может, поменьше будет. Но рисуй, и это будет здорово. Вот так я расставляю свои пальчики и обвожу маркером. Это начало моей экспериментальной технологии рисования Соника. Я еще никогда так Соника не рисовал. Посмотрим, что получится. Получается рука. Как же из этой руки сделать Соника, я еще не знаю. Ну, давайте попробуем. Может быть, что-то да получится. Вот так мы нарисуем. Здесь нарисуем ему носик. И вот так вот. Как ты думаешь, получился у меня Соник уже или нет еще? Еще нет, но я чувствую, что он скоро получится. Здесь, я знаю, у него такая мордашка. И мы делаем такую улыбочку. Он такой хи-хи, улыбается. Довольный Соник, довольный. У него большущие глаза. Рисуем большущие глаза. Как в мультике, да? Или как в игре. И нарисуем глазки. А теперь нарисуем два уха. Я знаю, у него уши довольно большие. Здесь они как раз у меня влезут. Два уха вот так вот. Вот такой у меня Соник. А как ты догадался, вот это его шипы, колючки. Они будут синие. Я возьму вот такой вот цвет и вот такой вот цвет. Этим цветом я покрашу его мордашку. И ушки, я знаю, ушки у него такие же. Я не знаю, какого цвета у него глазки, но мне хочется их сделать немножечко голубые, потому что он такой прикольный парень, и про него кино сняли, которое я скоро пойду смотреть. А теперь я все буду это синим раскрашивать. Вот здесь нужно, конечно, постараться, чтобы твой Соник был ровненький. И не заходить за края в этом плане будет лучше, потому что Соник, он такой не топорщистый, по крайней мере в игре, он такой клевый, ровненький. И я ровным слоем закрашиваю все масляной пастелью. Если у тебя карандаши, то рисуй карандашами и закрашивай карандашами. Но масляной пастелью, я скажу, у тебя получатся очень яркие рисунки и легко красить, потому что она очень мягкая. И прям вот очень яркие рисунки, и очень мягко, и твоя рука не будет уставать, когда ты рисуешь вот такие большие плоскости. Тебе трудно раскрасить все карандашом, прям вот ровно. А пастелью это сделать легче. И теперь я обвожу кое-где побольше синего делаю. Побольше синего! Вау, какой классный парень, Соник у меня получился. Но это правда, правда, оказалось легко. Я прям не думал, что прям получится так здорово. Мне нравится. Теперь моя рука запечатлена и чем-то является чем-то единым с Соником. И мой Соник не колючий, как ты заметил. Он такой добренький и у него очень вот такой вот хороший Соник. Хороший Соник. Мне он очень нравится. Если ты нарисовал Соника со мной, то обязательно покажи, что у тебя получилось. В Инстаграм пришли или ВКонтакте Рыбакит Папа рисует легко найти. А вообще, покажи своим родителям. Они тебе поставят лайк, может быть, конфету дадут. А вполне возможно, это будет начало твоего творческого пути. Ты начнешь придумывать зверей, птиц, может быть, машины рисовать из своей руки. Это будет здорово. И поэкспериментируй. Это будет действительно полезно. Спасибо, что ты остаешься с каналом Рыбакит. Рисуй со мной и радуйся. Пока!